Новый день, новые развозы, новые эмоции, новые люди. Сейчас я вам покажу, как ребята загружаются, у кого прицепы. Вот такой прицепчик достаточно большой. Крепится это дело. Вот так. И помещается сюда до 5 коробок. А как вот в горку ехать с таким прицепчиком? В горку? Да. Да нет, нормально. Из горки нормально. Полный по ослиным горкам, то плохо. Вот если 4, а что такое ослиные горки? Вверх-вниз. А ну, на поворотах как, например, не заносит тачка? Нет. Хорошо? Ну, надо закреплять. И темпелем пается, да? Если да. Не закрепить. Ну, конечно, если не закрепить, он так. Нет, 4. Ну, я сегодня видела, как 5 были закреплены. Или вчера мы видели, да, 5 штук было. Да, 5 штук очень. Да, здорово. Надо только на ровной дороге. Сказать, что если успеем, то. Крепим это дело резиночкой. Вот так вот. Вторая резиночка. И третья резиночка. Ребята, ну с вас точно лайк и комментарий. Посмотрите вообще, что у нас тут происходит. Кто такое пробовал? Да в таком количестве, да в таких объемах. Вообще, у кого был опыт велосипеда с прицепом? Черканите, пожалуйста. Я не знаю, там разные цены, толщина разная. Размер разный. Температура разная. Плавление. Это место от восьмерки до 12. Мы едем, едем, едем в далекие края. Веселые соседи, хорошие друзья. Прекрасного всем дня. У Мирослава тоже есть прицеп. Но у него он поменьше гораздо будет. Хотя до того, как Олег не приехал со своим прицепом, мне казалось, что это большой прицеп. Но теперь он, мне кажется, весьма-весьма миниатюрный. Ну, таких коробок сюда влезет 2, наверное. Ну, третья сверху, и то, я не знаю, будут падать, не будет. Ну, вот ребята говорят, что достаточно удобная такая конструкция. Хотя у меня она вызывает некоторые сомнения, потому что сама лично я не пробовала. Миниатюрненький такой прицепчик. Мирослав его делал сам, я так понимаю. Одна человеческая сила, один велосипед, 4 коробки и почти 80 килограмм, не считая прицепа,
всяких нарульных сумок, это только вес коробок. Представляете себе? Просто силу и мощь вот эту. Ребята, хочу заметить, что велосипед за свой счет, прицеп за свой счет, нашивка за свой счет, резиночки, которыми прикреплены эти коробки, ремонт этого всего, это все за свой счет. Поэтому, если у вас будет какая-то возможность кинуть донаты ребятам на ремонт велосипедов, мы вас очень просим. О, поветренная тревога. Бахаю, это мы развозим. Слышите сирену? И вот так каждый день. Сирена орет, а мы развозим. Вот только что реальный случай с поля. Мы приехали к женщине, привезли ей гуманитарную помощь. Она в ужасном физическом состоянии и эмоциональном. Я с ней пыталась поговорить, она боится, у нее панические атаки, у нее был перелом позвоночника. Она одна, дочка больна онкологией в другом городе. Она просто боится находиться одна. Такие ситуации требуют, конечно, вмешательства специалистов и куратора, которому мы позвоним, скажем и максимально постараемся помочь этому человеку. Потому как многие нуждаются, но этот человек нуждается больше всего. Как у них-то красиво тут. Целый лес. А какие у них этаж? Восьмой. А, восьмой. Тут люди подошли с творчеством в процессе. Уже наша тележечка пустая. Ура, ура, ура. Последняя коробочка.